В Чувашском государственном аграрном университете появится новый учебный курс, который будет рассказывать студентам о коррупции и как с ней бороться. Об этом рассказали на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Коррупция в учебных заведениях – достаточно частое явление. По данным прокуратуры, только в прошлом году в одном из ведущих вузов Чувашии обнаружили 43 нарушения закона. Проще говоря, взятки. Что самое неприятное, треть студентов относится терпимо к коррупции и готовы использовать этот механизм, чтобы получать нужные оценки. Новый учебный курс призван изменить отношение молодых людей к взятничеству и помочь им лучше ориентироваться в уголовном законодательстве.